О, ну, так уже больше похоже. Ты что, думаешь, они пара? Не может быть. Посмотрите на него. Это тот самый храм. Вот это и правда очень похоже на камень Чинтамани. Вход спрятан где-то здесь. Где-то я его видел. Это как-то связано с мечами. Может, удастся взять тот сувенир? Надо забраться туда. Но как? Секунду, хочу рассмотреть поближе. Конечно, я подожду внизу. Я устала даже на это смотреть. Еще немного. Отлично. Спасибо. Ну ты везунчик. Да ладно, ладно, признай, ты поражена. Признаю, с меня банан. Прицел? Нормально. Что это? Хлоя, это не просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим, что он открывает. Страшно как-то. Скажи, а? Что изменилось? Вода уходит. И? Я нашла нужную дверь. Получилось. Можешь сказать мне спасибо. Уже иду. Что скажешь? Ты в игре? Да, мы вперед. Ну, как скажешь. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Знаешь, романтичное здесь местечко. Ладно. А где же цветы и конфеты? Да, конфеты, букеты, не про тебя. Ты так хорошо меня знаешь. Ты ведь не хочешь застрять в темной яме в 30 метрах под землей, правда?
Пожалуй. Придется спрыгнуть. Ладно, иду. Тут невысоко. Пожалуй, я недооценил высоту. И что на это скажешь? Дерево какое-то. И при чем же тут камень Чинтамани? И верно. Внизу открывается. Ладно. Жизнь пролетела перед глазами. Ладно, давай за мной. О, я есть хочу. Так, вроде мы на месте.